О том, что у Молдовы и Приднестровья есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к новой волне, ранее нашему каналу говорила Нинель Ревенко, председатель Молдавского комитета экспертов по иммунизации. Учитывая, что уже у нас в Молдове импортированный идет из России, большинство случаев это идет из России, то риск наверняка он уже есть, это дельта вариант ковида. И я призываю всех не дожидаться и просто воспользоваться этой передышкой и массивно идти на вакцинацию. 2-3 недели нам даны, вот просто свыше нам даны, чтобы мы провакцинировались. По словам эксперта, уже сейчас большинство завозных случаев ковид в Молдове и Приднестровье – это импорт из России.